Фишинг-блог. Всем привет, друзья! И снова я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня очередная вылазка на прекраснейшую реку под названием Чусовая. Приехал в абсолютно новое местечко. Ни разу здесь никогда не был. Нашел его по Google картам. Ну и сейчас буду ловить, поэтому заваривайте чаек, пельмешки и погнали! Магия утра, друзья! По-другому я и не могу описать этот момент. Над рекой стелится туман. Поют птицы. Где-то вдалеке я уже начинаю видеть небольшой перекат, к которому сейчас потихоньку я отправлюсь. Ребят, есть поклевочка, закинул, и сразу на падении произошла поклевка. На плюх, так сказать. Ну, судя по тому, что это была поклевка на плюх, это, скорее всего, галавль. Да. Причем неплохой. Да, ребят, галавлик хороший. Дружище, иди сюда. Первый небольшой галавлик клюнул на плюх. Как видите, с него капают молоки. То есть рыба еще до сих пор занята нерестовыми делами. Считаю, что достаточно неплохой экземплярчик попался. Завешивать не буду, сразу отпущу. Как-то так. Вот он, красавец реки Чусовая. Разбойник галавль. Отпускаю, конечно же. Все, сразу ушел. Супер круто. Да, есть активность вот ближе к этим кустам. Попробую сейчас еще для начала издалека покидать. Может быть, какие-то микроколебалки у меня долетят до туда. Если долетят, то будет неплохо. Да, давайте сейчас колебалочку сразу и попробую поставить. Так, ну что, поставил микроколебалку. Первый заброс. Сразу буду кидать в сторону кустов. Надо сейчас только понять, как ее проводить, быстро, медленно, или давать ей срываться. Ребят, такая поклевка была, елки-палки, я вообще очень пожалел, что поставил камеру на паузу, просто вообще сумасшедшая поклевка. Рыба аж выпрыгнула просто из воды, елки-палки, вот это да. Очередной галавль, ребят. Просто замечательный. Прекрасный, прекрасный галавлик. Ну что, ребят, очередная поимка. Вот такой вот неплохой экземплярчик. Я считаю, что по-любому надо отпускать эту прекрасную рыбу. Даже нет слов. В общем, как-то так. Друзья, вот такой вот мощный галавль попался. Поставил микроколебалочку, и она сработала. Но это уже размер рыбки явно покрупнее, чем первый. Ждет вот этот вот перекатик.
моей спиной там хорошие кустики под противоположным берегом. Сейчас буду аккуратненько пытаться их прокидывать. Оп, есть поклевочка. Сразу буквально на падении. И клюнул. Уходит в струю, ничего себе. Рыба небольшая, но на крючке держится даже в струе, даже в сильной. Вот это да. Но это точно голавль. Это, ребят, ни с кем не спутаешь и ни с чем. Да, ух ты. Просто гнет удочку как хочет. Вот это да. Какой-то небольшой голавлик вообще. Небольших размеров, но такой бойкий. На китайский Baby Crank клюнул очередной голавлик, взял прямо на струе. Такой небольшой голавль, но очень сильная поклевка. И, естественно, вылаживание против струи вообще доставляет удовольствие. Оп, а вот это уже точно поклевка. И причем кто-то хороший. Вертушка Maps 0 стоит, ребят. Просто на таком тихом течении кто-то клюнул. Ну, конечно, кто это может быть, если не щука? Без нее сегодня не может обойтись. Просто-напросто. Ну что, царица рек, полосатая щука. На вертушечку Maps 0 порадовала своей поклевочкой. Вот такая микрощучка, друзья, на вертушечку Maps 0. Но это, как обычно, уже стандартная чусовская хищница. Конечно же, отпускаем ее. На прошлой рыбалке у нас успешно ловил воблер Цуёки Фугас в цвете черно-желтый с точками. А сейчас предлагаю поставить Цуёки в цвете бензин. Той же серии Фугас, 32-й. Только вот такая интересная расцветка. Оп, а вот и поклевочка еще одна. Это уже кто-то посолиднее. Ну, наверняка это тоже щука. По-моему, да. А, нет. А, да. Если не та же самая. Ну, это уже вообще финиш, по-моему. С одного места две щуки одного и того же размера. Пойманная щука на новый Цуёки Фугас в цвете бензин успешно отпущена. В этом деле мне помогли новые свежекупленные плоскогубцы. Я посчитал, что без них все-таки никак не получится ездить на чусовую, потому что эти микрощуки, которые зажевывают кренки, они все-таки иногда бывают зажевывают по самые помидоры. Ну и вот инструмент, честно говоря, очень сейчас пригодился. Щука благополучно отпущена по свояси. Оп! Как будто бы поклевочка была. А вот сейчас точно поклевочка. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А вот сейчас точно поклевочка. Сработала микроколебалка. И что у нас, кто это? Сюрприз дня. Микрощука. Уже третья на сегодня. Ну что, очередная поимка. На этот раз. О, так это та самая щука, которую я поймал только что. Вон у нее пробитая челюсть. Вот у нее пробитая челюсть. А вот пробитие от крючка блесны, которое только что я поймал. Забава. Ну что, друзья, продолжаю двигаться по реке вниз. Вот сейчас прошел метров где-то 50. Оп,
метров 50. И оп, и есть поклевка сразу. Ничего себе. Ребят, есть поклевка. Только подкинул под кусты. И сразу поклевочка. Только не говорите, что это щука. И это, конечно же, щука. А что ты будешь делать? У нас сегодня с вами щучий день получается. И микроколебалки, как обычно, вывозят всю эту тему. За самый краешек микроколебалки. Вот такая вот щука очередная. Я ее отпустил, она свечки делает. Вот это, да? Микроколебалка, вот на которую идут все поклевки. Вот такого плана. Ну что ж, не зря я захотел прокинуть под кустики. Оп, и есть поклевочка. Ай, окунишка. Но это что-то совсем не тот, кого мы ждали с вами, ребят. Я-то рассчитывал на голавлика, а здесь окунишка. Да. Нет, ну приятно, безусловно. Что даже такая рыба на этой точке имеется. Оп, есть поклевочка на падении. Я увидел всплеск, закинул и сразу поклевочка. Ну, естественно, это небольшой голавлик. Ну, ребят, я уже начал, честно говоря, расстраиваться. То, что поклевок нет. Поклевки просто надо заслужить и выстрадать. О, вот. Сила в пассатижах, ну или в плоскогубцах в рыбацких. И вот такой микроголавлик. Ну, елки-палки. Не получилось красиво показать на камеру, ну, как есть. В общем. Подошла к концу сегодняшняя рыбалка. В принципе, неплохо отловился. Ожидал, конечно, больше голавля в прилове, нежели щуки. Но судьба распорядилась иначе. Ну а в целом также работали китайские бэйби-крэнки. В принципе, здесь уже про них нечего говорить. Также я пробовал ловить на микроколебалки. На них тоже были поклевки и прилов, и щука, и голавль. Поэтому увидимся на водоемах. Как-то так. Всем пока.